В тот злополучный вечер Наталья спешила на встречу с друзьями. Ехала на такси. На перекрестке ее машина столкнулась с другим автомобилем. Удар пришелся на то место, где сидела девушка. Приехали мои друзья, к кому я ехала. Очень быстро приехала скорая помощь, сотрудники МЧС меня вытащили из машины, потому что я своими ногами не могла, у меня все было онемевшее, я не чувствовала особенно правую, левую руку и ногу, я вообще не чувствовала. Ну и все, здесь меня погрузили в скорую помощь, повезли в Пироговку. В больнице девушке сделали компьютерную томографию. Оказалось, у нее перелом шейных позвонков со смещением. Наталье требовалась срочная операция. Раньше такие травмы могли привести к полному параличу конечностей. Но уникальная современная методика фиксации позвоночника титановыми пластинами позволила девушке встать на ноги, причем уже в день операции. Метод достаточно новый, но он применен в экстренных условиях, то есть это очень значимо. То есть пациентка поступила, и сразу после аварии мы применили современный метод, стабилизировали позвоночник. Если раньше нам требовались какие-то вытяжения длительные, подготовка, то сейчас все это делается достаточно экстренно, в ближайшие часы, даже минуты, делаются операции по экстренным показаниям, устраняются те дефекты, которые возникают у пациента. Наталья – молодая мама, занимается фитнесом и воспитывает двух юных футболистов. Хирурги уверили, травма не нарушит ее привычный образ жизни, к нему она сможет вернуться после реабилитации. Михаил Ермоленко, Дмитрий Мешканцов. События.